Всем привет, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новинкой для любителей криптомонет. Кран новый такой вот называется Litecoin Maker. Давайте переведем на русский и посмотрим. Litecoin Maker переводится. Ну, здесь как бы про биткоин написано. Что наша особенность, так, абсолютно бесплатный легкий заработок, очень быстрый вывод средств, партнерская программа и так далее. Зарегистрированных пользователей 1358, уже заработана такая вот сумма. Вывод еще никто не выводил и работает 2 дня. Как я сказала, это новый кран. И сразу хочу сказать, на вывод я его еще не проверяла. Хотите, как бы протестируем вместе. Ну и что такое биткоин? Тут сами все уже можно прочесть. Регистрация здесь очень простая. Логин, имейл, пароль. Я же войду в кабинет и покажу, что да как. Ну, это наш как бы кабинет. Баланс. Мы здесь собираем и биткоин, и лайткоин. Так, и что вот тоже здесь вот баланс биткоин, лайткоин, и далее вот здесь вверху справа нажимаем на этот квадратик, вот это вот наш аккаунт, и здесь можно собирать будем бонусы, как бы биткоин раз, лайткоин раз в минуту, раз в 5 минут, один раз в час, вкладочка вывести. Давайте по порядочку. Раз в минуту мы собираем. Всего одна капча. Так, такси. Подтверждаем. Скрытых реклам нет, ничего нет. И мне 12 сатошек засчиталось. Так. И вот идет вот здесь отсчет времени раз в 1 минуту. Следующий бонус. Раз в 5 минут. Также разгадываем одну капчу. Автомобили. Подтверждаю. Говорит, бонус. И мне дали 427 литош. И через 5 минут, опять же здесь таймер, можно собирать снова. И раз в час. Также разгадываю одну капчу. Мотоциклы. Светофор. Get бонус. И 47 сатошиков дали. И вот здесь также таймер. Через час можно собирать заново. Значит, здесь вкладочка WinDraw. Здесь мы будем выводить. Как я поняла, минимум здесь 35 тысяч биткоин-сатошиков. И вот такая вот сумма литош. Так. А может быть и нет. Так, а сколько у меня баланс? 113 сатошиков. Так. Если я введу 113, даже интересно. И сюда валет. Это биткоин. Сейчас я возьму адрес. Это у меня и прямой адрес, и адрес на Faucet Hub как бы привязан. Так, и сейчас проверим. Так, значение должно быть... Ага, минимальная сумма на вывод 35 тысяч биткоин-сатошиков. Все верно, значит. Ну, такая вот сумма на вывод, вот она тут указана. Значит, здесь реферальная ссылочка находится. Вот она. Ну и как бы все, это выход. Бонус. И вот опять собираю бонус. Минута уже прошла, пока я микрофоню. Пальмы. Подтверждаю. Кому интересно, друзья, пользуемся. Будем вывод проверять. Значит, ну и на главной страничке тоже как бы можно нажать выход и посмотреть, когда
кто будет выводить, уже здесь появится статистика. Видите, народ как бы идет сюда уже довольно-таки много. И хочу что еще сказать, пару слов по двум кранам в заключение. Значит, я делала видео вот по этому крану, по сбору эфира, и вот по этому сбору биткоин сатошки. Я видео это удалила, так как пошли там негативные комментарии и все такое. Поставлю на вывод, проверю, тогда запишу видео. Значит, здесь мне осталось набрать, здесь минимум на вывод 0.1 интериум. У меня, как видно, 0.096, как бы чуть-чуть осталось у меня до вывода. Вот, а вывод производится здесь. Виндрав. Вот 0.1 вывод по воскресеньям. Если я наберу вот за эту неделю, сегодня у нас среда, вот 0.1, тогда у меня вот мой баланс. И видите, каждое воскресенье на кошелек вот то минимальная сумма, и в воскресенье тогда оно у меня выведется, и я, естественно, проверю его на вывод. Заплатит, дай бог, конечно, чтобы все хорошо было, запишу видеообзор. Ну а здесь мне еще далековато. Здесь также вывод по воскресеньям, но здесь от 100 тысяч. У меня еще 34 тысячи. Как бы еще я минималку не набрала. Ну это, в принципе, все. Кому интересно, друзья, пользуйтесь краном. Вывод, естественно, также буду проверять. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!